Максим, в первых двух официальных играх за «Зенит» вы, главный ассистент прошлого сезона, не отдали ни одной голевой передачи, зато отметились двумя дублями. Решили не повторяться и на этот раз стать лучшим бомбардиром? Ну, не знаю, это уже как игра складывается. Как бы я стараюсь и забивать, и отдавать. Мое дело – это помогать команде, а как это будет, неважно. Если серьезно, насколько вы сами ожидали, что начало карьеры в «Зените» будет таким результативным? Да я как бы не ставлю себе какие-то такие цели, там, забивать или отдавать. Моя главная цель – это помогать команде. Вот, в принципе, я думаю, чем я в данный момент и занимаюсь. Все 4 мяча вы забили с передач Венделла. Мы знаем, что вас называют русским бразильцем, но все же... Но все же, как так быстро удалось построить столь тонкое взаимопонимание? Да я не знаю, но как бы на тренировках какие-то моменты мы отрабатываем, и сразу появилось взаимопонимание между нами, и вот оно на играх проявляется. Очевидно, что после этих голов вы с ним, пусть коротко, но общались. Что говорили друг другу, на каком языке? На английском. Ну, как бы, он меня поздравлял с голом, я ему говорю спасибо за передачу. По понятным причинам вы не праздновали голы ворота крыльев. А что это в целом за эмоции, игра против бывшей команды? Есть ли ностальгия или какие-то другие чувства? Да, ну, ностальгия есть. Это когда ты, наверное, только приезжаешь на стадион, да, и приезжаешь в Самару. А когда ты выходишь на поле и играешь в самый матч... Вся ностальгия пропадает, здесь как бы, ну, на поле друзей нет во время игры, а после игры уже она обратно возвращается. После двух этих матчей многие отметили вашу свободную роль на поле, вы как будто играли везде и сразу, а как бы сами определили свою позицию, игровые функции? Да в целом, наверное, не знаю, мне и в центре играть удобно, и справа, потому что я справа точно так же смещаюсь в центр, да, и в центре открываюсь. Поэтому для меня, наверное, в атаке нет какой-то определенной позиции. Последний вопрос. Такой сумасшедший старт с вашей стороны рождает соответствующее прозвище. Как вам прозвище «Безумный Макс»? Не знаю, пусть будет. Меня как только не называли, поэтому мне без разницы.